Весь период пандемии члены торгово-промышленной палаты помогали врачам. Организовывали доставку горячих обедов, покупку и сбор продуктовых наборов, предоставляли транспорт для передвижения к пациентам на дом. И даже сейчас, когда распространение инфекции пошло на спад, предприниматели продолжают оказывать внимание и поддержку докторам. Пандемия отходит, отступает, и благодаря их труду и отдаче, которая от них идет, мы имеем сегодня такую ситуацию положительную. Так представители бьюти-бизнеса муниципалитета решили организовать акцию благодарности врачам. Им вручили подарочные сертификаты на стрижку. 70 абонементов, которые можно использовать в 8 салонах красоты, расположенных в разных частях Ленинского городского округа. В Видном, совхозе имени Ленина, Развилке и микрорайоне Пригород Лесное. Мы хотим, чтобы вы были красивее. Будем рады вас видеть красивыми, здоровыми и счастливыми. Мы хотели от души, своим трудом просто поблагодарить врачей за их труд в наше нелегкое время. Воспользоваться сертификатом можно по предварительной записи. Для этого на каждой карточке указана контактная информация салона участника акции. Было очень сложно работать, и тяжело было работать, и была большая нагрузка, все устали, врачи реально устали, устали медицинские работники. И, конечно, вот такая вот неожиданная акция, нам это стало очень приятно. Сейчас в связи с сохранением ограничительных мер на массовые мероприятия у членов торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа нет возможности проводить масштабные акции. Но представители общественной организации надеются, что уже в скором времени смогут порадовать врачей подарками, а самое главное – искренней заботой и вниманием. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.